Всем привет, и это Ультравыхлоп. На связи Игорь. К нам приехал сегодня Kia Stinger 2 литра турбо. Здесь 247 лошадиных сил, и эта машина премиум сегмента, премиальный кореец. Возможно, кто-то скажет, что она не дотягивает до немцев. Возможно, кто-то скажет, что она далеко переплюнула их в плане электроники и напичканности внутри. Но все мы любим эту машину. Ой, говори за себя. Мы будем прокачивать выхлоп. Для того, чтобы он не только выглядел агрессивно и ехал быстро, но и радовал своим звучанием всех окружающих. Соответственно, мы будем здесь устанавливать вакуумные заслонки. Турбовая рядная четверка, двухлитровая, она очень часто сильно гудит и мешает при езде на дальние расстояния. Особенно мешает тем людям, которые сидят на заднем сиденье. Именно поэтому необходима регулировка выхлопа. Мы получаем первый штатный выхлоп, он ничем не отличается от оригинала. И второй тюнингованный, красивый, сочный бас с такими пробулькиваниями и прохрумкиваниями и так далее и тому подобное. Я просто не знаю, как этот звук описать. Поэтому досмотрите до конца видео, послушайте звук и напишите в комментариях свои варианты звучания этого автомобиля. Что касается заслонок, буквально несколько слов о них, чуть более подробно. Комплект заслонки выглядит следующим образом. Первое – это сама заслонка, второе – это блок управления, который открывает и закрывает заслонку. Сама заслонка выглядит все очень просто. Тут такой механизм, вот здесь подается вакуум нагнетается и заслонка открывается. Вы видите, с каким трудом я открываю заслонку, то есть это говорит о том, что в принципе, мы выбрали самого надежного поставщика, хотя у нас было много ошибок до этого. И сейчас вакуумные заслонки все полностью закрываются и очень плотно сидят. Второе – это блок управления заслонкой. Здесь стоит вакуумный компрессор, вакуумный нагнетатель. Здесь блок управления, соответственно, здесь есть пульт. Здесь есть собственный предохранитель. Помимо собственного предохранителя мы ставим еще один предохранитель. Это мега надежно и мега качественно. Мы прошли большой путь длиной в 3 года. Мы перепробовали разные варианты заслонок, разные варианты комплектов управления и сошлись на том, что вот это вот самая надежная вещь. Соответственно, мы ее устанавливаем для спокойствия души. Мы гарантируем то, что это все будет работать. Гарантия у нас официальная 1 год на заслонке, поэтому я всех зову в гости и призываю, приезжайте к нам в сервис на установку заслонок. Мы это любим, мы это делаем каждый день, и вы получаете отличный результат и гарантии. Чуть подробнее про заслонки вы можете посмотреть по ссылке в описании, либо вот здесь вот выскочит на YouTube у нас штучка. Мы смотрим дальше, что происходит с Kia Stinger. Ребята, сейчас идет вторая часть установки заслонки, это подключение вакуумного блока. Соответственно, это делается все прямо в... Нельзя это скрывать! Пусть все узнают! Багажники, блин, мать его. Установка вакуумного блока. Здесь мы делаем всю процедуру в багажнике. Через дренажное отверстие вакуумный шланг протянется к заслонкам. Блок управления будет в безопасности. И поэтому будет долго и надежно работать. А это самое главное для нас. Через несколько секунд вы услышите, наконец, этот звук прекрасного божественного автомобиля. Заслонка. Смотрим. Закрытая заслонка. Только что доделали Kia Stinger с
Скажи, пожалуйста, твои первые впечатления. Ну, машина зазвучала, на самом деле. Это то, чего ей не хватало, и то, что я давно хотел сделать. Очень рад, что все-таки доехал, добрался до вас, нашел время, и вы это сделали. Насколько я помню, при первом разговоре ты размышлял насчет того, делать ли выхлоп прям вот на постоянную громкую, или все-таки сделать с кнопкой. Ставить заслонку, да. Но все-таки, да, ставить заслонку – это грамотное решение, потому что хочется громкий выхлоп, но на постоянку, учитывая то, что ездишь на дальние расстояния, это неудобно. И поэтому решение заслонки все-таки неплохое, согласен. Я понял. Скажи, пожалуйста, порекомендуешь ли ты своим друзьям нашей компании? Да, конечно, конечно. Если будут вопросы, если со стороны, где делал, то, естественно, да, порекомендую. Спасибо. Гарантия на заслонку 1 год, на все остальные работы 2 года. Очень рада, что прокачали твою тачку. Взаимно, все. Спасибо огромное.